Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня следующая серия тапочек, носков, сапожек. Вот так вот они выглядят. Для них нам понадобится пряжа, довольно толстая пряжа, 110 метров в 100 граммах. Здесь моток 50 граммов и нужно нам их 2, то есть 100 граммов, не так. И первое, что я делаю, и спицы 5 миллиметров толщин, диаметр. Первым делом набираем петли, 31 петлю. Количество петель должно быть нечетным. Так, как всегда, делаю узелок. И теперь распределяем наше вязание. Вот смотрите, здесь у нас будет краешек из платочной вязки, далее резинка 1 на 1, кромочная, 3 лицевые. Сектор из платочной вязки у нас будет состоять из 3 петель плюс кромочная. Далее вяжем резинкой 1 на 1, начинаем с изнаночной. И когда на спицах останется 4 петли, их мы вяжем 3 лицевые и кромочной изнаночной. Вот изнаночная. Теперь у нас идет 3 лицевые последние и кромочная изнаночной. 1, 2, 3 и кромочная изнаночная. Следующий ряд. Вот эти 3 петли в начале и в конце ряда мы все время вяжем лицевыми петлями. Вот они, 3 петли лицевыми петлями. И далее по узору. Далее у нас идет резинка 1 на 1. Продолжаем вот таким вот образом. Вот так вот это выглядит. Видите, краешек у нас будет из платочной вязки, центр из резинки. Так, девчонки, и теперь хочу вам немного пояснить, чтобы вы не пугались, почему в последнее время одни носки. Я вам одну маленькую историю расскажу, куда они, эти носки, у меня пойдут, какие у меня планы, вернее, для чего мне это нужно. А перед Новым годом я вот эти вещи, которые вязала на видео, снимала, много я вязала своим знакомым, друзьям, но некоторые, очень много вещей у меня накопилось дома. И вот я искала, куда бы их отдать, то ли в детдом, то ли, ну, куда бы их, как бы, в нужное такое место отдать, чтобы они кому-то принесли какую-то хотя бы пользу, чтобы это имело смысл, вот это все. То есть довольно-таки внушительная сумка у меня собралась всего. Были там и шапки, были там шарфы, снуды. Вот много очень вещей. Вот всю осень, которую я вязала, 2/3 всех вещей я вот собрала. И летом сумочки были, и крючком, и текстильная пряжа. Вот много всего было. Вот. И тут моя коллега, она нашла, она говорит, новая моя коллега, она, кстати, на некоторых видео, там на фотках есть, я на ней фотографировала вещи. Вот. Она говорит, она нашла, вернее, она это уже знала давно, этот приют. Вот. И уже с другой работы, там, где она раньше работала, они уже собирали денежку и туда отправляли, плюс собирали вещи, кто что умеет делать руками. Они вот собирали, туда отправляли, потому что там рассказывают, что это за организация. Это приют для животных. Приют для животных, в котором не только, это не, там не приют для собак, котов, там все животные, там козочки, там лошадочки, там овечки, там коты, собаки, там, в общем, фермы, и на ней живут вот эти зверюшки, которых выбросили люди, да, на улицу. И вот этот приют, что-то им дает государство, плюс они как бы принимают помощь от людей. И принимают, видите, в какой форме, и деньгами, и вещами. Они несколько раз в году ездят на ярмарки, вот эти handmade ярмарки, и продают эти вещи. Потом эти все денежки идут на этот приют, на этих зверей бездомных.
которые там живут. Поэтому сумку я отправила. Сейчас, ну, сейчас опять я собираю им сумку, и мне хочется как бы побольше всего сделать. Поэтому я решила вот таким вот способом. Во-первых, я из этого у нас получится очень много, вернее, у меня очень много плюсов. Во-первых, я попробую эти все способы, которые я, вязание этих носков, которые мне хочется попробовать. Во-вторых, я покажу их вам, кому-то пригодится. Да, я понимаю, что сейчас вам эти все способы не нужны, потом пригодится. Я использую все остатки ниток, которые у меня там есть, где какие завалялись остатки разноцветных ниток, я как раз они у меня все уйдут на эти все тапочки, носочки, следочки. В общем, потом я вам весь результат покажу, сколько у меня в эту сумку. Я сфотографирую и выложу в обсуждение в YouTube и выложу в Инстаграме. Вы знали, с ума я не сошла с этими носками. Я вяжу, чтобы отослать посылку этому приюту, и чтобы что-то было для этих зверушек. Вот, и, соответственно, снимаю, вяжу и снимаю, и выкладываю вам. Так что вот так вот. Польза, я думаю, для всех от этого. Все, рассказала я вам, девчонки, куда я вяжу, сколько носков. Потом я вам покажу. И продолжаем вязать наш тапочек. Продолжаем вязать вот этим вот. Вот, видите, вырисовывается у меня платочная вязка. По центру резинка 1 на 1. Вяжем. Теперь объясняю, сколько нужно вязать. Опять мой образец стопы, моя нога 24 сантиметра, здесь у меня провязано 12 сантиметров, то есть ровно половина от длины, ширина 17 сантиметров в нерастянутом виде, то есть это все дело у меня тянет. Далее я продолжаю вязание резинкой 1 на 1, уже я не буду вязать эту платочную гладь, видите. Далее у нас следующие 12 сантиметров, то есть следующую половину мы вяжем резинкой. То есть здесь мы переходим на резинку 1 на 1 и вяжем далее следующие 12 сантиметров. Связали вторую половину резинкой, вот смотрите, теперь у меня 24 сантиметра на длину моей стопы. Вот они. Теперь закрываю таким вот образом, не как обычно по 2 петли, а закрывать я буду по 3 петли. Так, и последние 3. И всю нитку оставляю чуть подлиннее и обрезаю, чтобы мне было чем сшивать. Вот так вот. Теперь. Вот такая вот деталь у нас. Это уже не нужно. Вот она, наша деталь. Сшивать мы будем вот эту часть и сшиваем мы таким вот образом. Я буду сшивать такой пластмассовой иглой, а вы как вам удобно. Так, для начала я собираю вот эти все петли на иглу. Стягиваю хорошенько и делаю узел. Теперь сшиваем половину вот по кромочным до вот этой части, где у нас платочная вязка. Так, вот, дошила я до момента, где у нас вот эти вот платочная гладь. Делаю узелок и обрезаю. Далее. Далее нам нужно сшить вот эту заднюю часть. Я вот либо при наборе сделайте так, чтобы у вас здесь осталась ниточка для сшивания. Но я вот так вот сделаю таким вот образом. Я привяжу и обрежу. Так.
Вот. И теперь сшиваю. Так, не дошиваю я 2 сантиметра до конца и стяну так пятачок, это место, чтобы сформировать пятку. Вот оно, видите? И все, девчонки, на этом все. Вот такие простые топульки у меня готовы. Выворачиваем. Вот так они смотрятся, не очень как бы презентабельно, но на ноге, я вам показала, они очень хорошо облегают ногу, очень теплые, уютные и простые в исполнении. На этом все на сегодня, девчонки. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Ставим лайки, подписываемся на канал. Подписываемся также на инстаграмчик. Всем пока-пока!